В Щелковском колледже прошел двухдневный региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». В испытании было заявлено два основных направления, широко распространенных и являющихся перспективными в Московской области. Это садово-парковое ландшафтное строительство, а также лесопарковое хозяйство. В первый день ребята выполнили задания из теоретической части, а во второй уже вовсю смогли продемонстрировать свои навыки на практике. Сегодня второй день соревнований, он связан с выполнением практических заданий. Вы, собственно, видите, как ландшафтники сейчас работают. И, соответственно, по результатам двух дней мы выбираем первый лучший результат, который дальше уезжает уже на всероссийский этап данной олимпиады. И будет представлять в данном случае регион Московская область. Сзади меня ландшафтники выполняют свое практическое задание. Для этого им нужно сделать разметку, уплотнить грунт основания, а после уже можно выкладывать плитку. Всего в олимпиаде приняло участие 16 студентов из 8 образовательных организаций Московской области. Мы измеряли лесоматериалы. Нам надо определить объем круглого лесоматериала. Они, бревна лежали на улице, мы вышли, измерили диаметр и длину. И вот сейчас вот в кабинете решали, как найти объем вообще всего бревна, ну и общий объем всей партии. Первое место в олимпиаде занял Максим Нехаев из Пушкинского лесотехнического колледжа, а второе – Любовь Марчук из Губернского колледжа. Поздравляем победителей, желаем им и дальше приумножать свои знания и с пользой применять их в будущей профессии. Мария Буржинская, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».